Доброе утро, друзья. Во-первых, большое спасибо за поддержку. Сегодня 12 октября. Готовимся к операции. Большое спасибо родственникам, друзьям, просто знакомым. Ну и надеюсь, все будет нормально, я так думаю. Сейчас ждем, капельцу маленько отдыхает культурно. Сын тут пока рядом. Через полчаса везут уже операцию. Вот там через 3,5 уже может будет все позади. Ладно, давайте устроим. Так, все, операция вроде прошла нормально. Ну, насколько сейчас пока знаю, да? Маленькую кровь повыкачивают сейчас еще оттуда. Ну, поваляюсь маленько. Кушать не дают. Время тоже, да. Три уже, наверное, есть. Вот, лед сунули. И сегодня, видимо, я лежать только буду. А завтра, скорее всего, буду учиться опять вставать, ходить. Ну, примерно вот так. Палата, видите, это называется палата, да? Мы здесь встроим вот шторку, где закрывается, и ты типа в палате. Наделся, конечно, блин, маленько лучше. Ну, знаете, ребята, если бесплатно, то значит так. Ладно, хорошо, будет что-то новое. Опять потом выключусь. А пока вон, сейчас амп-драйв включу, музыку слушать там. Ну, сейчас сын пока здесь, чтобы не так скучно было. Ну, ладно, давайте пока. Так. Ну, сам себя уже снимаю. Почти сутки уже без еды, да? Но перед этим, перед операцией нельзя кушать. Ну, сейчас вам привезли вам весь мой ужин, блин. Ё-моё. Так, ребята, я копыт откину. Это вон два сока таких. Стакан чая. Два таких маленьких желе, а тут куриный бульончик, ну и стакан чая, да. Я надеюсь, еще сегодня что-то будет, или я кину, наверное, копыта здесь, блин, за три дня. Ну да, сейчас подключили мне опять кислород, что-то мне нравится, там не знаю еще. Вот тут у меня монитор все показывает, тут сейчас в данный момент завесили, потому что я тут седой мучился. В принципе, где-то вот так. Потихонечку. Вот койки, конечно, все вот так довольно хорошо оборудованы. Можно вверх-вниз, там все. Электроника вот такая. Ну ладно. Надо постараться уснуть, чтобы с голоду не помереть. Во сне, говорят, не так кушать не хочется. Давайте до следующих съемок. Ну, приветствую вас, ребята. День второй. Что сегодня? Сегодня почти все каплинцы сняли. Так, осталось маленько, чтобы обезболивающие. Ну и начали учить ходить опять. Уже три раза по чуть-чуть. Ну, самое плохое вставать, конечно. Да? Все-таки 12 швов маленько есть что. Ну, что вам, видите, вот. На охоту не хожу, живот круглый стал уже, как он плотно бы покушал. Наконец-то кормить начали. Вчера, конечно, я вечером все-таки вот медбрат был, я нажаловался, он мне припер еще печеньки без лимонада. Че, разве так можно мучить человека? Ну, короче, и вчера не умер с голоду. Нет, все, в принципе, нормально. Конечно, опять же, я говорю же, отношения иногда такое ощущение, что все-таки к местным относится опять же по-другому. Но сегодня мне хорошая попалась медсестра, довольно бегает. А вчера днем было вообще полным дурным. Ночью тоже более-менее хорошо пацан. Ну, так вот. Завтра. Сегодня я еще хожу с этим, как его называется.
а завтра хотят, чтобы я без, и начал уже по ступенькам. Блин, я ведь так ходить не могу, они еще по ступенькам. Ну, как говорится, быстрее скинуть, да, груз с воза, как были легче, да? Говорят, бабу с воза, как были легче, ну, примерно то же самое, быстрее отделаться. Здесь, блин, не более пустует. Вчера вот женщину везли, сегодня уже опять завезли. Делают и выходные операции. Ну, вроде хвалят. Посмотрим. Пока мне не дохвалиться. Сейчас учиться надо. Обращаться с этим все. Ну и, как говорил я, конечно, сезона этому не будет точно. Ладно, давайте до завтра. Завтра посмотрим, что будет. Начинается третий день. Сегодня уже хожу без помощи, без всякой. Вот это как раз первый этаж. Нас принимает рецепшн, все дела. Хотел в коридоре снять, но попробовали это. Сказали, что лучше не надо пока. Или вообще не положено, да? Ну, так что пойдем сюда в палату. Опа. Потихоньку сегодня пока все. Вот с собой я тащу вот такое. Подключено к моей спине. Высасывает кровь с операционного места, да? Сделали операцию. Вчера должны были вытащить, не смогли вытащить. Сегодня врач придет. Посмотрим. Или вырезать, или, если все будет удачно, после обеда мне уже собирается отпускать. В принципе, ходить научился. Сейчас прошелся еще по лестницам, попросили. Ну, это была вся физиотерапия, так сказать. Вот так выглядело двухсуточное пребывание в канадском госпитале. Ладно, ребята, давайте уже до встречи на улице, я надеюсь. Так, еще раз привет. Теперь уже дома, можно даже чуть погромче разговаривать. Во-первых, там в больнице громко не будешь разговаривать, да и тем более еще шепелявлю, да, зубы-то все новые. Не только сейчас спина новая, но еще и зубы. Ну и люди вокруг, само собой. На 15 минут второго. Ну, ровно, короче, двое суток у меня не было, да? В пятницу 15 минут второго закончилась операция. Ну, 15 минут второго, воскресенье уже дома. Ну, пока сейчас палочкой, движение, конечно, и поворачиваться, не нагинаться. Вообще ничего, ни в коем случае. Ну, маленько лежать, маленько ходить. На улице снежок такой. Я говорю, сейчас мы только на зайца. Блин, все следочки свежие, блин. Да, я смотрю, в оранжевых ездят. Уже сезон, думаю, на гуся, скорее всего, открылся. Ну, и вполне может быть уже и на оленя, да? Ну, на оленя с луком уже давно закрыто. Ну, похоже, мне это за этим наблюдать придется только через окошко в этом году. Ладно, ребята, еще раз спасибо за поддержку. Желаю вам удачного сезона и до новых встреч. До свидания.